Сейчас будет проведена проверка. Охота на соблазны, запрещенных законодательством допингов. Камеру убери. У нас красный понятый был. Сотрудники городской администрации и правоохранительных органов сталкиваются с возмущением. Ну, типа, на остановке пиво торговать нельзя. А скорее, незнанием нового федерального законодательства. Покажите закон, пожалуйста. Делают вид, что и не слышали, что с 1 января запрещено продавать пиво в так называемых нестационарных торговых объектах, киосках, павильонах, а также на рынках и вокзалах. Хозяин вашего здания вас не предупредил о том, что нельзя продавать пиво на остановке. Вы ничего мне не говорили. Новое законодательство спровоцировало новые рейды правоохранительных органов и городской администрации. Ларьки – это уже изжившая уже форма торговли, поэтому, естественно, те нормы законодательства, которые сейчас приняты на федеральном уровне о запрете реализации пива в нестационарных торговых объектах, а также торговых объектах, размещенных на остановках общественного транспорта, нам позволяет принимать дополнительные меры в отношении данных торговых объектов. И мы надеемся, что данная мера также позволит сократить количество данных торговых объектов на территории города. Наложили вето на реализацию пива и на остановках общественного транспорта. На остановках же обычно происходят всякие драки за потому что общественное место, и почему-то именно рядом с остановками находятся вот такие заведения, где люди сразу могут покупать пиво, там, скажем, водку. Инициаторы нового закона хотят оградить от алкоголя в первую очередь несовершеннолетних. Ребенок идет из школы. Куда он пойдет, если есть ларек? Зайдет и купит пиво, чтобы было весело. За провокацию веселья правоохранители будут наказывать. Штраф. То есть будет составлен протокол, в прокуратуру района будет возбуждено производство об административном правонарушении в отношении виновных лиц. На протокол будет направлен в органы, подведомственные для рассмотрения указанных материалов. В городе продолжают выявлять факты незаконной продажи пива. Но именно для того, чтобы торговля алкоголем в итоге стала цивилизованной и безопасной. Юлия Конькова, Юрий Кособрюхов, ТВ-центр, Саратов.